В Азербайджане реализуются важные проекты по защите национального музыкального и культурного наследия, развитию и популяризации исполнительского искусства. Один из них – проект «Новые имена», целью которого является развитие современного азербайджанского исполнительского искусства, признание нового талантливого поколения в этой области. Этот проект также способствует росту ярких исполнителей, глубоко знающих нашу музыку и исполняющих ее с большой любовью. На каждом таком концерте у молодых исполнителей есть шанс выступать перед большой публикой. Большинство из них являются президентскими стипендиантами. И этот проект является отличным шансом для них. Наши эти выступления перед большой публикой на таких больших сценах для нас, конечно же, имеют бесценный просто вклад в наше творчество, потому что именно выступая мы, как говорится, развиваемся. Это все помогает нашему развитию. И мы, конечно же, благодарны, что мы одни из тех, кто участвует в этом проекте. Создание возможностей для молодых исполнителей выступать симфоническими, камерными и оркестрами народных инструментов под руководством известных дирижеров в престижных концертных залах Азербайджана является большим стимулом для их развития. Мы благодарны за заботу о молодых исполнителях со стороны государства. Я часто выступал здесь с концертами, так что сцена филармонии является мне уже как родной. В рамках проекта Министерства культуры «Новые имена» подобные концерты проводятся ежемесячно, что станет толчком в деле популяризации среди молодежи азербайджанской музыкальной культуры и поддержки в формировании у них музыкальных и эстетических вкусов. Рауф Мамедов, Эльгюн Гейдаров, Новости Аставе.